Терамобил. Нефтекамск. Янаульская, 1А. Телефон 236-88. С 1 января 2017 года новые автомобили должны быть оснащены системой Aero-GLONASS. Это система экстренного реагирования при авариях. Сразу же после ДТП автомобильное устройство само определяет степень тяжести аварии, определяет местоположение пострадавшего транспортного средства через спутниковые системы GLONASS и GPS и передает данные экстренным службам-спасателям, в скорую и ГИБДД. С 1 января 2017 года все автомобили будут оснащены устройством вызова экстренных служб Aero-GLONASS. Информация будет содержаться в свидетельстве о безопасности конструкции транспортного средства. Компания Hyundai Motors СНГ в рамках выполнения требований законодательства Российской Федерации завершила сертификационное испытание моделей Elantra, Tucson, Santa Fe и Grand Santa Fe, а также новых моделей Solaris и i30, оснащенных системой вызова экстренных оперативных служб Aero-GLONASS на соответствие требованиям технического регламента. Устройство делает новые автомобили дороже, поэтому нефтекамцам стоит поспешить. Дилерский центр Hyundai распродает модельный ряд 2016 года. Выгоды на автомобили в наличии до 100 тысяч рублей. Кредит от 6% и скидки по трейд-ин, а также сумку автомобилиста, комплект зимней резины в подарок. Также любителям корейского автопрома стоит обратить внимание на Kia. В этом году Kia Ceed был удостоен ежегодной национальной премии и признан автомобилем года. В зимней холода по-особенному начинаешь ценить тепло автомобиля. Kia Cerato уже в базовой комплектации предлагает полный пакет теплых опций и дополнительный электрический отопитель салона. На сегодняшний момент действует до конца года. Очень выгодные условия для клиентов. Действует также трейд-ин. На автомобиле дарится зимняя резина. Выгоды на некоторые модели составляют до 80 тысяч рублей. Плюс льготное кредитование, ставка снижена до 6,7%. Вот. Что касается следующего года, пока не ясно, какие будут программы действовать и будут ли они вообще действовать. Дилерский центр Volkswagen для любителей настоящего немецкого качества. К примеру, Volkswagen Tiguan. Только педантичные немцы могли создать прекрасный кроссовер, который сочетает в себе лаконичный дизайн, комфортабельность и отличную управляемость. Снежные заносы и гололед больше не страшны даже с передним приводом. К тому же только в немецком дилерском центре вы можете приобрести автомобиль с выгодой до 150 тысяч рублей. С 1 января 2017 года на автомобили Volkswagen запланировано повышение цен в среднем на 4%. В нашем дилерском центре только до 31 декабря мы подготовили специальные новогодние предложения на автомобиль Volkswagen Polo. Скидка на автомобиль до 3%, выгода по программе утилизации и трейд-ин до 50 тысяч рублей и, конечно же, зимняя резина в подарок. Aero-GLONASS будет установлена абсолютно во всех автомобилях 2017 года. Производители уже сейчас говорят, что в среднем стоимость новых авто в следующем году вырастет на 5-7%, а потому успейте приобрести новый автомобиль уже сейчас. Выгоднее уже не будет.